это поколение, оно такой маленький энерджайзер, да, маленький толчок, который реально развивает очень сильно бизнес. Особенно если этот бизнес уже закостенелый, закоренелый, такой устоявшийся, четкий, на четких рамках. Если ты им ставишь задачу, четко ставишь задачу, понятно ставишь задачу, не мешай ее выполнять. Я сказал себе, я выбираю быть в армии, прикольно, я постараюсь получить из нее максимум. Я пришел, я вспоминаю эти годы, классно провел 2 года жизни. Вот бы повторить, мне снится иногда, кстати, что меня в армию забирают.